Казалось бы, обыкновенный пластмассовый ящик для голосования, но КАИП напичкан электроникой. К нему подключены сканер, принтер, а с флешки вводится специальная программа. Тогда он и начинает говорить, принимать бюллетени и, в конце концов, с невероятной точностью подсчитывает голоса. Кто, за кого и сколько. Сами организаторы выборов, члены избирательной комиссии, говорят, что КАИПы очень удобны. Не потребуется подсчет голосов вручную, поэтому результаты голосования будут известны гораздо быстрее.